Александр Пивоваров спрашивает: здорово живешь, уважаемый Петрович, если у вас продолжается акция по рассылке вашей газеты и книг по ЗОЖ, мне хотелось бы их получить, здоровья и успехов в дальнейшем познании. В дальнейшем познании. Ну, спасибо. Спасибо. Вот я как раз вот это все и познаю. Я, это было, можно так сказать, не так уж давно, когда решил, вот думаю, ну, как-то книги я вот бесплатно все это отдам, раздам, пожалуйста, берите кто что там. И даже с этим самым, с автографом. И знаете, на мой призыв где-то человека два откликнулось. И это как-то послужило сигналом, что опять-таки оказывается медвежья услуга. Ведь я это все собирал. Там собрал, там собрал, там где-то увидел, тут увидел, там где-то домыслил. И все это готово, и все это даже ты изложил, вот она. И прочитал своим голосом, выложил, бесплатно, чтобы слушали. И выложил так, чтобы читали. Не хотят, чтобы вот на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, я понял, так нельзя поступать. Знаете, так просто-напросто нельзя поступать. Вот она информация, берите ее и пользуйтесь сами.